Хватит с меня, пожалуй, пока что музыки. И на телефоне тоже, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Привет всем. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Я уже был близок к тому, чтобы лечь спать, но что-то ужалило меня чуть пониже спины. И у меня случилось поверхностное натяжение. Странное название, но ладно. Окей. Так. Хочу стрелять, просто не могу. Руки чешутся, поэтому буду стрелять. Буду сам расстрелян. Эх. Где японский бог? Помоги, приди. Как-то я прям не ахти. Ну ладно, сейчас, думаю, разыграемся и будет все хорошо. Я пока без вебки буду стримить, наверное, а то как-то мне... Мне не нравится откровенно ракурс у нее. Я пытался другой поставить. Он мне не понравился еще больше. Вот, я, наверное, на выходных попробую третий ракурс. И тогда уже... И тогда уже... Посмотрим, чем это все закончится. Блин, а что мои жуки это самое? Найти там никого не могут. Да, жуки довольно юзлесные. Я от них больше пользы ожидал. Оп. Оп. Тихо, тихо, спокойно. Опа. F6. Так, тут сейчас звездный десант начнется. Уже начался. Но я их победил. Давайте попробуем так, что ли. Да, это вообще ни о чем. Ну, зато этого убили. Лети отсюда. Тебе здесь не рады. Блин, 2 хп, кстати. Так что я тоже себе не рад здесь. Блин, та пушка будет стрелять? Вроде нет. Текаем. Блин, последний все-таки попал у меня. Ладно, давайте арбалет попробуем завязать. Плохая идея. Ау. Так, перезарядочка. Давай, давай, нападай. Ай, твою мать. Да как они так дамажат, да? Жестко. Ладно, окей, дубль. 3. Бум. Бум. Мансуем, бегаем. Оп, оп, оп. Так, этого тоже убили. Двери ведут назад. Угу. Ну, значит, нам сюда. Да, кто-то уже попал в мою ловушку. Хитро расставленную. Это ты? Блин, жалко, что нельзя вверх ствол поднять. Ну ладно. Так, где-то здесь была аптека, помнится. Да, но она будет, если я сюда кого-то приведу. А так как мне сюда некого привести, то... Так, я немного заплутал. А что же мне надо сделать? Бляха-муха!
Они еще в ответ гранаты кидают. Ха-ха! Неудачник. Ой-ой! Я чуть сам таким же не стал с одним хп. Блин, по-моему, я что-то из пушки должен расквашматить. Разве нет? Давайте вертолет попробуем заумнить. Бум. Бум. Ну это как слону дробина, судя по всему. А, не-не-не, глядите-ка. Взорвал. А дальше-то что? Я слышу, там кто-то есть. Хм. Да, ну это попытка, короче, ни о чем, но я буквально. Глядите-ка, сработало. Блин, у меня последнее хп. Ну ладно, мы справились. Поэтому можно идти сюда. Вот я. Интеллект, а? Супер мощный. Даже не ожидал от себя такого. Во. Куча аптек. Ра-та-та-та-та. Ай, блядь. Да сколько ж можно? Блин, чувствую, я так сейчас... Ну, я вернулся к тому, с чего начал, грубо говоря. Даже закончил немножко. Ай, блин, да они все равно дамажат, а? Пулемет, короче, вообще ни о чемный. Поэтому давайте, наверное, здесь зачилим. Да, в разы лучше, кстати, пошло дело. Даже подумал о том, чтобы слиться, но... Я не буду этого делать. Ай, блин. Венецианские арбалетчики в бой. Ай, бля. Ну, ГГ. Да, ну окей. Хорошо. Мы теперь не будем повторять своих собственных ошибок. Да как так? Залп убьете прямо, а? Куда пошел? А ну вернись. Ладно, лучшее нападение. Точнее, блин, лучшая защита — это нападение, хотел я сказать, но что-то не сработало. Окей. Время грязного Гарри. Время грязного Гарри не удалось. А, чувствую, сейчас придется еще раз это делать. Да ты, господи Иисусе, а? Окей. Дубль 3. Нет, дубль намного больше по счету. Это от того, что я дерганый какой-то сегодня. Еще и нос чешется. Замансил. Дочь дыс. Оп. Да господи. Все? Еще не все. Я только хилки взял, а? А ты меня, блин, так... Наказываешь. Ну, прекратите уже. Просто не смешно становится. Это неуважение к Гордону Фриману. Хм.
Ты в кого гранаты кидаешь? Негодник. Вот же проказник, а? Ну ладно, хотя бы еще аптек себе достали. И то хорошо. Насобирали себе колорадских жуков. Хорошо. Ну давайте уже простреливайте все это дело. Бум. Не самое мое эффектное появление, я скажу честно, но лучше, чем ничего. Я в нее не попался. Ой-ой-ой, зато в эту как знатно прям. Блин. Можно меня, пожалуйста, вверх? Спасибо. Оп. Окей, теперь супер задача выпрыгнуть из этой херни. Я обязательно это сделаю. Ну класс. 100 из 10. Ладно, у нас время есть, как бы можем развлекаться. Оп. Так, я вошел. Если вы понимаете, о чем я. Здорово, Зетер. Давно не виделись. Как дела? Как настроение? Как бодрость духа? Как лето? Как школа? Как мама? Как папа? Как все? У меня столько вопросов к тебе, дружище. Давайте их же оружием будем драться. Савку получил. А, типа тебе подарили? Прикол, поздравляю. Теперь ты подписчик, но не мой. Ладно, когда-нибудь настанет день, и у меня получишь сапку. Someday. I believe. Так, всех порешали, да. Ой, блин, так жалко, что тебя на прошлом стриме по Half-Life не было. Ты прям столько всего пропустил. Необычного. В плане местных красот. Какой же этот автомат говёный. Просто отвратительно. А, я понял, да, я знаю такую тему. Про гонки эти. Да что ж ты будешь делать? Хедшот, пожалуйста. Все, вроде поставил. Я у Коттона видел такую тему. Есть такой стример по Таркову. Я бы, наверное, тоже такое проводил, будь у меня побольше зрителей. Но так как зрителей у меня особо нет, то смысла мне разыгрывать сапку среди двух человек. Ну, с другой стороны, это практически беспроигрышная лотерея, но... Я пока что еще не настолько богат. Но с другой стороны, опять же, подсадить на стримерскую игру, точнее на... Эх. Подписческую.
под Пещерскую. Ну, вы поняли. Подсудить. Прикольно. Ты, получается, 13-е. Счастливое число, слушай. Lucky number. Куда я полетел? На тот свет. Не, ну... Мои поздравления, чувак. Я только рад. Только рад. А, он труп выкинул. Лол, я труп только сейчас заметил. Хы. А еще же можно туда пойти. Я в него прям гранаты попал. Бесконечную бесплатную сапку. А как я могу это сделать? Каким образом? Просто я знаю, что у меня есть бесконечная бесплатная сапка. Но это потому, что я владелец канала. Баллистика, мать его. Нелепая смерть. Давайте сохранимся. Это ж сколько поинтов там надо выложить. Ну, я позыркаю, я посмотрю, как бы... Не знаю, это, наверное, надо миллион поинтов, короче, сделать в качестве награды. Точнее, в качестве условия. Чтобы всякий мистер Зитер и Ай и Лонгкэт Варьер не получили ее за просто так. ХП накрутить. Да я не хочу заниматься накруткой. Нафиг надо. Мне это не интересно. Открой! Вот же. Засранец. Так, еще куда мне? Я тут, получается, застрял. Или что я должен сделать? Да, я играю в Half-Life Source. Ты что, осуждаешь мои действия или что? А. Это было проще, чем я думал. Half-Life Source — это тема. Я прям... замечательно провожу здесь время. Представь себе. На прошлом стриме там такие графические артефакты были просто... Вот на... фабрике этой по переработке... всякой ерунды, где еще караси плавали. Вот там прям такое... такое было. Ай, блядь. Я ж тебе в голову попал. Как ты не умер, а? А, ты знаешь о них? Ну... да, ты же видос сталкеровса смотрел. Я помню, помню. Было дело, ты рассказывал. Ну да, я, собственно, и хотел тебе показать, чтобы, ну, ты такой, да-да-да, я это видел. Ты будешь что-то говорить? Нет, ты ничего не будешь говорить. Ладно, пошли, ты мне откроешь дверь, я тебя убью.
Или я тебя не буду убивать, я не знаю. Я как-то это самое начал испытывать угрызение совести потихоньку. От того, что я с ними тут проделал. Не-не-не-не, okay, пошли со мной. Пошли со мной. I have some... stuff to show you. Да что ж вы что это? Ну да, в OpenGL там вообще, в принципе, посимпатичное, как ни странно, кстати. Признаюсь я тебе. Блин, я из-за того, что чат пытался включить, прошляпил немного. ХП, но не страшно. Идешь? Короче, я его солью об какого-нибудь противника лучше, да. Не буду я. Ой, короче, сейчас у меня на записи выключится звук, поэтому ждем, когда музыка закончится. Пока особо говорить ничего не буду. Тут, короче, просто фишка в том, то, что Twitch мьютит аудио дороги у игры. Я прям аж взбугуртнул, молясь. На прошлой трансляции там три места, как минимум, где... Да я знаю, что это авторское право, но это как-то, ну... Непонятно. Бум-бум-бум. Я просто был удивлен, что в компьютерной игре вот так вот просто у тебя отнимают музяку. Ну, Apple мне вообще никогда особо не нравились, поэтому... И пофигу. Так. Так вот, эти... Такие... Ну, камон! Еще этот, блин, трясет тут все. Я ж прям по башне попал, вы чё? Рафлируете? Или я должен сначала этого прям забить? Ну ладно, давайте сначала его заовнем. Слышь, кабан. О! Здорово, Long Cat Warrior. Как там твоя битва эпическая проходит? Побеждаешь всех? Надеюсь. Я ж попал только что, вы чё? Довольно душный момент. Сюда подошел. Давай, 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 давай. Блин, я сам себя задамажил в итоге. Все? Все. 6. Так, ну теперь давайте опять пытаться уронить эту херомень. Бой. Херомень уронена. Только куда мне дальше-то?
Рис. Ну, тебе их еще бить и бить, как бы, поэтому держись. Следи за котиком. Все такое проще. Так, я что-то забыл. Немного как правильно здесь поступать-то надо. Оп. Только ХП зря потерял. Стенку еще одну взорвать, блин. Ну еб твою мать. Шо, вам одной было недостаточно, да? Надо больше взорвать. Конечно, неудобно. Все, спасибо, да. Я бы, в принципе, сам до этого дошел рано или поздно. Только не говорите мне, что мне еще, блядь, еще и ворот. Ладно, давай, не жалуемся, не жалуемся. Я просто немного не собранный. Я, ну, решил не спать. Бля. Этим вечером. Вот. Поэтому я немного такой. А где я? Что я? В таком ключе, короче. А, ну вот да, уже 22 часа к тому же, блин, офигеть. Я сам в шоке немножко. С того, сколько времени. Ой-ой. Эй-эй. Алярма. Убегаем. Тикаем. Лямбда-комплекс. Какое же классное слово. Лямбда. Лямбда. Лямбдочка. Забудь о времени. Как-то я тот, кого нельзя забывать. Ой-ой. Но-но-но. А ну хватит. Блин. Да, так я и погибну. Оп. А, ты ее победил? Спасибо, спасибо. Благодарю. А кто это там такой у нас маленький стоит, а? Жрите его, мои колорадские жуки. Скушали. Но-но-но! На кого лясы точите? Давай, иди, воюй с ним. Ты будешь отстреливаться или нет? Я не понял. Короче, useless. Тиммейт. Знавали лучше. Да, они их жрут. А что они с ними должны, по-твоему, делать? Или для тебя это новость, что они их кушают? Блин, я вот не помню, что с этой херней делать. Понял. Ну, знаешь, учитывая то, сколько барни было, то те времена давно прошли. Так что не обессудь. Тебя не жрали? Странно. Очень странно. Нет, тут прям ток так на самом деле. Аж за этими самыми хрустит, за ушами. Оп.
Вот прям чувствую себя тобой в данной ситуации. Типа он таракана одолевает. Да что ж ты был такой прыткий-то, а? Ну, я в оригинале ими не пользовался, по сути-то, поэтому хрен знает. Короче, проще мансить, чем отстреливаться. Поэтому пофигу. Кому-то там не понравилось то, что я сделал. У-ля-ля. Так, ну что ж. Продолжаем наше исследование. О, вот это я уважаю. Блин, а я могу жуков на жуков натравить? Интересно. Ладно, не буду узнавать это. Оп. Эй. Я не был готов к этой схватке. Мистер. Факов. Ух. Дайте животик почесать, а то что-то зачесался от нервов. Да не ты, ты-то очень даже это самое, факон, я бы сказал. Тебе-то я всегда рад. Просто понимаешь, мое немного английское воспитание дает о себе знать. Ладно, хрен с этой аптечкой, пофигу, пошли отсюда. Просто сэр, вы из Англии. Это вот про меня. Так, ну что, нам вниз, да? Тихо, 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 тихо. Not so fast. Да я уж как-нибудь переживу отсутствие аптечки, я думаю, хотя то, как меня крабы подлавливают, намекает мне на обратное. А, ну ладно, я нашел в коробке. Не знаю, зачем я скинул ящик туда, но пусть будет. А, ну да, вот зачем. Еще одна птичненька. Ты тут откуда взялся вообще? Пропущенный инфаркт. Ну что ж. Прискорбно это слышать. Прискорбно довольно-таки, да. Вот же мерзкая рыбина. Иди в аквариум свой, ты карась. Так, победа за мной. Угу. Ай, кричу, кричу, кричу. Ай, блядь. Да, сколько можно? Подводные уровни. Ненавижу. Бля. Я тоже умею взрывать, чувак.
Так, очень много ракет. На что же они намекают? И... На целый, мать его, танк. Да ты... Ладно, его там свой танк отмочил. Неплохо. Давайте сохранюсь. Да-да-да, мы помним, что ты тот еще этот самый... Unstoppable Man. Так, сейчас, погодите, АФК, пару минут. А тут вот это самое, какие-то подозрительные темы начались. Надо убедиться, не началось ли это опять. Блин, да быть того не может, не уж снова. Короче, АФК, пару минут. Я вернулся. Чё за тема? Ну, короче, мы клопов травили. Вот. Много-много раз. И периодически как бы следим за тем, чтобы их не было. Вот. И как бы... Меня только эта херня укусила мелкая, то ли... Непонятно, короче. Вот я пытаюсь понять, это опять началось или мне кажется только. Такие вот дела. Надеюсь, что... Это не они. Да, потому что крошки они моей попили. Ну, не то чтобы изрядно, но неприятно, короче, когда они рядом. Вот. Так что да, твоя борьба с тараканами, как бы, ну, несколько перекликается с моей борьбой с тараканами. Чу, блин, с тараканами, с клопами. Но последний мужик вроде как неплох, так. Потравил их, поэтому все ок, пока что. Ты все пропустил? Ну вот, а я только объяснять начал, блин, а ты опять пропускаешь. Ну как так, ну чел, чел, ну чел просто. Что за чельство ты устраиваешь мне здесь? Эй, эй. Ну не повезло в этот раз, повезет следующий, поэтому. Да, такая вот неприятная херня. Ой, как прям зеленая жижа.
Как же они дамажат, а? Так, сейчас опять замьютят запись за авторские права. Знаете, что я любил вас всех. Ну, почти всех. Клопов я не любил, допустим. Да, не хочу, в том-то и дело. То есть, ну, мне нравится музыка в игре. Вот, а то, что на Твиче заметится часть, это не критично, потому что на Ютубе-то все нормально будет в этом моменте. Поэтому это как бы такие полумеры. Полумерные. Хотя в последнее время записи особо никто не смотрит, поэтому ой-ой-ой. Еще париться. Ха. Неудачник. Все, всех победили. Всех. Сейвимся. Бум. Бум. Так. Ядро лямбды. Снова музыка. Поэтому опять будьте готовы к мьюту. Мьютишке, мьюточу. Сколько я, кстати, сижу-то? Вроде минут 40 всего, да? Ну да, 45 минут. Так, дайте я себе свет включу. Блин, я лампу сломал, что ли? Эй-эй. Воспользовался моей беззащитностью. Пока я лампу настраиваю. Бесстыдное животное. Ладно, пускай так будет. Отвратительный автомат. Просто ужасный. Так, слышу, там еще крабов, но пока не вижу их, но чувствую их присутствие. Да, он там наверху сидит. Я стреляю с куска автомата, я бы это так назвал. Просто кусок автомата. Не более того. Не, я, конечно, ценю твою тут, но я хочу с музыкой именно. О, ассасины. Вот, в оригинале такого не было, да, я согласен. Или ты про ствол, про его поведение. В оригинале, да, в оригинале автомат как-то поприятнее был. Блин, хотел на жопку посмотреть. Ай, 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 ай. Где? Ты где-то? Покажись. Ладно. Поведение. Ну да. Ху-ху, ху-ху. Так, ладно. Не отвлекаем. Ай! Не отвлекаемся, говорю. Да. Где ты? Эй! Животное, выходи. Я тебя не обижу. Будем друзьями. Эй.
Ага. Контрольный угол. Шесть. Туру-ту-ту. Какой долгий лифт. Тыц-тыц-тыц-тыц. Ну, мать. Еще пугаешь, дядя. Перезарядочка. Ну, зато ты провел время с пользой. Наверное, теперь у тебя, знаешь, ну, нервы как сталь. Как струна. Давай, открывай. Чел. Чел. Чел, быстрее, давай, чел. Нет времени. Братан, давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Злое прохождение Half-Life. Очень злое. У тебя нервы. Минервы. Were you in weapons research too? I built the glue on a gun, but I just can't bring my... Па-па-па. Как нитка. Может быть, это стальная нитка какая-то. Откуда ты знаешь? Так, теперь у нас есть пафосный пылесос. Да, подергайте рычажки. Пу-ра-пу-пу-ра-пум. Уничтожаю пришельца. Бесплатно и без СМС. Потому что они вторглись в мой мир. А мне это не нравится. Без проблем вообще. Забирай и уничтожай этих мерзких... существ. А что сделает наш охранник, когда я убью ученого на его глазах? Понял. А надо было заступиться за ученого, потому что... Да, конечно, можно. Нужно. Чел. Ни в чем себе не отказывай. Ай, блин. Этот пылесос я специально для тебя нашел. Тогда дай. Ну на. Держи. Жалко, что тут ствол нельзя сбросить. Отстаньте. Просто отстаньте все от меня. Ну так это ж классно. Это тип шоп наверняка. А, ну да. Чё-то я рофлю. Рафлирую, молясь. Они там уран на завтрак едят.
и забивают все радиумом. И немножко иридия. Так. Я вас понял. Так, а вот как туда проплыть-то? Я немного забыл. А, понял, что-то я не в ту сторону флексить начал. Ну, флекс дело такое, как бы бесконтрольное немножко. Зачем общественную собственность ломаешь, а? Проказник. Как удачно здесь кто-то расположил вентиль, который перекрывает то, что он должен перекрыть. Так, ну что ж, все. Напиши map 4 C43A3. А зачем? Ау. Чтобы меня откинуло, блин, в невесть куда. Ну-ну. Давайте я сохранюсь. Мэп C4A3. Сто пудов это будет какая-нибудь мерзкая. Блин, ну я был близок. Не, рано, рано. Я, конечно, хочу уже добить Source. Но еще рано, друзья мои. Еще надо потерпеть немножко. Буквально чуть-чуть осталось. Так, а куда мне? Сюда, по-моему. Нет, это Maintain Station. Injustice. Вроде нет. Да я просто, ну, эти самые файтинги не очень люблю. Если быть честным, они меня как-то, ну, не привлекают. Блин, я забыл, что надо делать, прикиньте. Я аж чихнул от такой честности. Прошу прощения. Да. Сюжетка для меня есть. Блин, ладно, окей, ты меня убедил. Give monster tentacle. А это что, сработает? Именно так, как я думаю. Так. Injustice. Я просто помню, что я играл в него, и мне прям что-то как-то вообще не вперло. Вот. Не помню, правда, на чем я играл. На приставке, по-моему. Так, а где главный рычаг, который я должен подергать? А, все, понял. Вопрос снят. Вот это странное, короче. Зрелище здесь, конечно. Давайте подышим немножко и снова поплывем. Ну, Dark Souls со скидкой это...
не скоро произойдет в моей жизни. Я, ну, поставил условие, что пока меня не будет смотреть тысячи людей, я Dark Souls брать не буду. Ну, типа, проходить. Поэтому, как только... Ай, ёпта мать. Набью 1000 зрителей постоянных, вот тогда сразу же возьмусь. Просто скриньте, как бы, ну. Делайте клип. Ай, ёпта мать. 940 клонов. Так не, смотрит сейчас 3 человека где-то примерно, блин. Да, 3 зрителя сейчас, один из них я, как бы. Поэтому надо... Если делать клонов, то прям, ну, клонов-клонов, настоящих, которые... Действительно будут смотреть. Боишься? Да нет, не боюсь. Просто ты знаешь, ну... Что-то из разряда нереального. Impossible. Вот, а потом это как случится, я такой, бля... Вот, но до этого еще жить и жить, как бы, поэтому. Должна же у человека быть какая-то цель, типа, вот у меня, ну, 1000 человек, 1000 зрителей, короче. Вот они такие придут и скажут, эй, Джифантроп, а помнишь, ты говорил, что 1000 зрителей будешь стримить Dark Souls? Я такой, ну да. Они такие, ну вот. Я такой, о, обзор Dark Souls'а. А, новая версия Майнкрафта. Ну, блин, я в старую-то не играл. Поэтому... Если бы он у меня был куплен, я бы тогда ворвался. А так... Тысяча много, давай хоть 500. Дай 750. Типа вот прям. Идеально. 750. Ну, компромиссное такое число. Пара-па-па-пам. Блин, мне так лень думать, ребят, что делать, куда идти. Просто представить себе не можете. Я просто иду по наитию. Ой-ой. Это, в принципе, даже работает в какой-то степени. Ой-ой-ой. Вот тут-то я и умру, сейчас чувствую. Нет, выжил. Но задамажился. Договорились. Без проблем. Друг. Приятель. Брат. Чел. Так, и нахрен я сюда пришел. Загрузку посмотреть. Ой, блин, я помню этот момент, он не особо прикольный. Полезли наверх. GIFXM 3. Ну не. Ну не. Я не мост, меня не разведешь. Well. Оп. Класс. Так, ну все, начинаем наше... Прикольное веселье. Опля. Прыжок. 6. Оп. Вовремя. Оп. Японский бог. Что я подумал? Ничего хорошего. Блять. Да что ж такое-то, а? Я стараюсь вообще не думать. Сработало? Еще неужто прям куда надо пропрыгал? Бля. Пять. Хватить.
Как бы у меня сегодня день бездумья, поэтому... Ой-ой-ой. Так, ёпка, твою мать. Сегодня я максимально туплю. Мне это нравится. Эй. Чё я нажал? Чё я открыл? Эй. Блин, как-то они очень быстро шевелятся. Эй. Всё, можно залезать? I hope so. Эй. Бля. Ну сейчас напишу, погоди. Дай с этим разобраться. Чё там? Да еб... Гивия. Ксен. Три. Ну... Я надеюсь, ты счастлив. F9. А, блин, я чё, не все нажал, что ли, тогда? Ах ты ж, ёпта. Паркур. Бля. Теперь заново прыгать. Оп. В другую сторону. Да что ж такое, я ж так прям классно шел. Во. Шесть. Все, найс. Оп. Идеально. Блин, я вспоминаю, как я в прошлый раз здесь тупил по-жесткому. И сейчас прям даже немножечко привстал на самого себя. Главное, ребята, любить самого себя. Вы кого там целитесь, а? Умники. У Нигеланта сломан хитбокс. Оу, е. Блин, дайте мне еще один костюм. Хочу костюм в костюме. Они там кряхтят мне, но я все прослушал, как обычно. Народ, давайте, время не ждет. Я горю желанием пойти в бой. Не, пока не надо. Нафиг надо пока. Плюс мы еще даже до него не дошли. Вот, вот когда идем... Там посмотрим. Если я сам не додумаюсь, как бы, то тогда скажешь. А пока пускай все останется как есть. Да не-не-не, чё, пока не надо. Пока не надо. Я хочу сам пока, ну, побыть взрослым мальчиком. Так, ну что ж, давайте. Ух, кто-то сейчас получит у меня за советики. Ух, кто-то по жопке получит советики. Обратно свои. Ну, опять музяка начинается, поэтому давайте, люди на записи трансляции, пишите письма. Чел, давай быстрее там нажимай свои кнопки. У меня трубы горят, не могу больше здесь находиться. Ой.
Не, мы будем все это время стоять. Мы будем ждать, когда она заработает. Магнумом. Немного краю эфира запахло. С помощью мух можно скипнуть. Даже боюсь представить, каким именно образом. Челик там советует нам идти. Ща, я хочу этих добить. Вот теперь можно идти. Я что, сдох? Да, я сдох. Собака сутулая. Мне просто лень двигаться. Вот и все. Я как дуб стою. Дайте на всякий случай еще раз сливанием, чтобы поближе быть к моменту X. Все, открыл. Найс. Ну что ж, мы в Ксен. Да, пришли. Скилл 3. А я ничего не буду прописывать. Я на этом закончу стрим, потому что я сегодня планировал коротенький такой буквально. Оставим концовку хелфы сорса на сладенькое. Так что... Да, на этом пока на сегодня все. Следующий стрим по расписанию будет обязательно завтра. Завтра у нас, скорее всего, Ведьмачок будет. Может быть, завтра добьем вечерком. Точнее, ночью халфу. Потому что в среду у нас выходной день. Слава богу. И будет чем заняться. Ну, а пока что всем спасибо, что пришли. Во сколько? Завтра, ну, я попробую после работы завести. Максимум часов 7. То есть надо действительно мне перенастраивать свой режим так, чтобы не спать по вечерам после работы, а просто садиться за комп, ну вот, и заводить стримчаны, как сегодня, например. Ну, почти сегодня, да. Ладно, короче, завтра давайте договариваемся с вами на 7 вечера. Тараканам там передавай от меня большого пинка. Все, давайте, народ, удачи, до завтра.